Всем привет, друзья. Destiny. Так, нам надо что? Найти Тумаса Несломленного и убить его. Это, можно так сказать, правая рука самого главного босса. Кто там такой меткий? Потерялся. Наверх, да? Наверх. Чё-то вас многовато. Блять, это же надо промахнуться. Отлично. Что за херня? Мостик должен быть над нами. Давай найдем консоль со схемой корабля. Так, это здесь. Так, карта у меня. Пора искать Тумаса. Бляха-муха. Ладно. Будьте осторожны. В команде, которую я потеряла, были отличные бойцы. Из самых лучших. Наш страж справится, Хоторн. Для нас это обычное дело. Не теперь. Насколько я помню, без света... Вы от меня не больно-то отличаетесь. Да, для вас это обычное дело, для меня нет. Ладно. Дверь заперта. Осмотритесь, всегда есть другой выход.
Да? Так вот где он? Ну, здесь? Да, точно. Сверяюсь с чертежом. Ага, полезай в тот воздуховод. Он ведет туда, куда нам надо. Жаль, меня там не будет. Уж я бы постреляла. За своих. Твое время еще придет, Хоторн. Жду не дождусь. Так, давай-ка здесь глянем, что здесь. Ничего. Да, ну тут и банда. Мы почти в ангаре. Тумас уже знает, что за ним пришли. Готовьтесь к теплой встрече. Холидей, ты сможешь помочь? Возвращаюсь. Вот только сброшу с хвоста пару уродцев из Легиона. О, понеслась. Граната. Аккуратно. Да, будет хорошо. Бля. Ловлю. Все. Подмогу вызывали? Видеть.
Сейчас я вам залеплю. Плюшечки отпали. Да, он будет здесь стопудово. Вон он. Спокуха. Спокуха. Ой-ой-ой-ой-ой, мафака, бичис. Найдите его корабль и отправляйтесь на Всемогущий. Мы на вас рассчитываем.
Нехилую работенку ты проделал, Страж. Еще я всем расскажу. Тумаса больше нет. Тумаса больше нет. Отлично.